охране правопорядка и проведению профилактической работы с гражданами по всему Подмосковью будут дополнительно привлечены сотрудники Главного управления Росгвардии. Это обусловлено ужесточением ограничительных мер в регионе. Количество патрулей будет определяться с учетом индекса самоизоляции. Во время рейдов сотрудники правоохранительных органов должны выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.